В Ленинском районе продолжается реализация программы «Школьный двор». Очередной стадион построен на территории Измайловской средней школы. Футбольное поле с искусственным покрытием обрамляет беговая дорожка. Рядом баскетбольная и волейбольная площадки и зона для воркаута. На всех спортивных зонах свежая разметка. Для зрителей оборудованы трибуны. Уже сейчас сюда приходят любители спорта. Кстати, заниматься можно и в темное время суток. Для этого на стадионе предусмотрено освещение. На сегодняшний день много очень, особенно в вечернее время, после работы, приезжают, приходят сюда заниматься и с маленькими детьми, и с большими детьми. Конечно же, очень много жителей и учащихся занимаются футболом. И вечером здесь буквально просто яблоку негде упасть. Официальное открытие будет приурочено к Дню поселка и состоится 26 августа в 11:00.